Итак, дорогие друзья, овощи для борща купила в супермаркете АТБ. Репчатый лук стоит за килограмм 13 гривен 65 копеек. Отдала 4 гривны 26 копеек. Картофель. Первый сорт. 8 гривен 39 копеек за килограмм. Отдала 5 гривен 57 копеек. Морковь. 15 гривен 85 копеек за килограмм. Отдала 5 гривен 93 копейки. Капуста. 20 гривен 89 копеек за килограмм. Отдала 30 гривен 75 копеек. Свекла. 20 гривен 89 копеек за килограмм. Отдала 10 гривен 32 копейки. Овощи немытые. Помыла дома. Также в АТБ купила пакетик сметаны 200 грамм, 15%, стоит 15 гривен 40 копеек. Мясо и зелень купила на рынке. Мясо на косточке 120 гривен килограмм, отдала 100 гривен. Пучок зелени 12 гривен. Итак, ВТБ за овощи я заплатила 72 гривны 50 копеек. На рынке за мясо и зелень заплатила 112 гривен. Всего получается 184 гривны 50 копеек. Учитывая, что для приготовления борща еще нужна томатная паста или томатный сок, кастрюля борща обойдется где-то в 200 гривен.